Егор Крид в финале «Холостяка» выбрал себе невесту, 23-летнюю уроженку Екатеринбурга Дарью Клюкину. За время участия в проекте число подписчиков в ее инстаграме превысило 2 миллиона человек. Крид знает, что участники «Холостяка» получают большую известность во время съемок шоу, поэтому он в шутку предложил обращаться к нему за раскруткой соцсетей. Среди поклонников Крида в инстаграме его шутка вызвала положительную реакцию, но Ольге Бузовой она не понравилась. Телеведущая заявила, что известность конкурсантов зависит от популярности проекта, а не от его героя. Бузова посчитала, что Крид не стоит быть благодарным каналу ТНТ. Съемки в «Холостяке» позволили певцу стать более популярным в инстаграме. Позже Крид заявил Бузовой, что не имеет ничего против ТНТ. Он не преследовал цель обидеть кого-то из участниц «Холостяка» своей шуткой. Бузова также сказала, что искренне переживала за каждую девушку в «Холостяке». Когда Ольга смотрела финал проекта, то не смогла сдержать слезы. Шестой сезон «Холостяка», по мнению Бузовой, получился очень искренним. Телеведущая выразила надежду, что Крид и Клюкина могут сохранить отношения.